Кто вы? Простите, я постучал, но дверь была открыта. Я ничем не могу помочь вашему горю. Невыносима боль, когда уходят близкие. Поймите, Валерия, Сергей родился летчиком. Он это почувствовал и пришел в авиацию. На таких, как он, она и держится. Это жестоко, то, что вы говорите. Разве может хоть что-нибудь в мире оправдать смерть? Смерть Сережи. Никакая техника не стоит того, чтобы платить за нее такую цену. Сейчас не война. Вы не знаете Сережу. Он был талантливым человеком, понимаете? Он мог бы стать ученым, писателем. Он мог бы учить детей. Он очень любил детей. Говорят, Толстой спрашивал. Строить железные дороги для того, чтобы ездить. Куда и зачем? Зачем? Я старый человек. Я родился в год смерти Толстого. А через 4 года началась Первая мировая война. На моей памяти много войн, много горя, много человеческих трагедий. Я, как и вы, по-человечески не принимаю такой гибели молодого, талантливого, чудесного парня. Но я понял еще одно. Нельзя отстраниться от своего сопричастия ко всему, чем живет человек. Сергей это понимал. Вспоминая о Санине, помните, что иначе он жить не мог. Не мог. Жить надо, девочка моя. Надо жить. Простите, простите. А кто вы будете, Сережа? Я главный конструктор Соколов. И железные дороги тоже надо строить. Надо.